Питер встречает радушно, как всегда. Ну как вы? Отлично. А ты как сегодня, Делька? Отлично. Хорошо все? Да. Ну, наслаждайтесь. Наслаждайтесь полетом. Осиновый лист. Это полоса делала бы его на пол. Не хочу. Я туда думал спать. Нет, пока сидим. Будете выходить? Дай мне куртку. Не, туда вылазь. Выходи. Это мои денежки. Сейчас, все. Все сейчас будет. Только давай, Ксюш, у нас времени тут не вагон. Надо быстренько сейчас все сделать. Купить, перекусить. Закинуться. Как она может так собраться? Мелочь накидать. Ты доставай, что хотела. Ну ты сказал, что у тебя живот болит, что ты хочешь кушать. А? Говорит, мясо просто зачетно. Крысу эту, Корлея, надо куда-нибудь на пол спрятать. Так на всякий случай. Я его... А, не дай бог, там докопают, знаешь, наши любят. Документы, прививки, блин. Или высадит нас. Кто его знает? Да, ну, на всякий случай, да. Короче. Белорусская, да, страна? Нет, это уже российская. Уже российская? Белорусскую проехали? Угу. А тут получается одна дорога, и та платная, да? Нет, тут можно еще, но там дальше. И какой участок здесь платный? Сколько километров? Тоже 70. 70 километров платный, да? Угу. И сколько стоит? 220. Стал так загадочно посередине. Ну все, мы в России. Россия, матушка. Сколько ж мы здесь не были? 6 лет. Если не считать мою крымскую поездку туда, 6 лет. Чего? Может, в туалет сходить? Куда? Садись. Здесь будешь какать? Так, а уже на заправке на какой-нибудь остановимся. Потому что надо не в туалет ходить, надо есть нормально. Тебе раз это говорили, после того, как ты в первую больницу полежал, во вторую попал, тебе говорили, а ты все равно. А где болит? Сам пупок или где? Я не вижу. Руку-то убери. Тянет как бы или что? А когда в машину только садилась, еще там, в Беларуси, болел, нет? Нет. Может, сидит неудобно. Ну, какого какого попадает? Может, переела сладкого, еще чего-нибудь. Ну, может быть. Пройдет. Так упаковывают тут в России? Вот прям да, это не... Это, по-моему, да. Они сами делают, это их не продумывают. Потому что я тоже его себе брал. Даже написано. Да. Ага. С ванилью. Ну, упаковывать действительно. Сейчас попробуем. Что за зверь такой? Да, кстати, вообще удивительно.
Я чувствую, много товаров нам придется перепробовать, которых не было 6 лет назад. Но сырков таких точно не было. Не было. Даже близко не было. Круто. Ну да, здесь дивизия псковская. Вот. Ой. 76-я гвардейская. Братишки. Че вы тут? А этот хорошо сидит. Не надоел сидеть? А что у него рожа мокрая? Я бы типа пить давала. Ой. А ты есть что-нибудь здесь поблизости? Поблизости, но это надо все перековырять. Как это? А? В смысле? Нет, поблизости нет. Ну так все равно надо. Ты что, замерзнуть хочешь, простыть или что? Достать-то надо, раз холодно. Напоминает, лучше попасть домой.